Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, прошел Бэйфест, и это было колоссальное событие. Там было столько Такаратоми, там было столько участников, что просто с ума сойти. Вот, мне понравилось, всем понравилось. Пофоткали, сами посражались, ролик уже на канале, поэтому гляньте видос турнира Бэйфест. Ссылка на турнир в описании. Совсем скоро состоится новый праздник Бэйблейда Бэйфест, поэтому за новостями следите в группе по ссылочке в описании. Вот, ну и сегодня я распаковываю ваши подарки. Но есть одна маленькая проблема. Не знаю, как так получилось, но мне, короче, подарили вот такие вот типа AirPods, беспроводные наушники. Ну, конечно, просто коробочка от них. И в ней что-то было. В ней была, во-первых, вот эта бумажка. Вот такая вот от этих... я даже не знаю, что это вообще. Bluetooth, Easy, какая-то фирма. Для чего, для кого. Ну, все копируют с оригинала. Типа, все только, знаете, могут хаять, говорить плохо про компанию Apple. Да я сам скажу плохо про компанию Apple, да, если начинаются споры. Но очень много людей, глуповатых людей, на самом деле, спорить между того, что лучше iPhone или Samsung именно в привычном понимании, это глупо. То же самое, что и BMW и Mercedes, да, метро и такси. То есть, типа, там, пицца, роллы. Это все кому что больше нравится, друзья. У каждого, и даже вот в Бейблейдах, да, Такаратоми или Хасбро, веревочная ленточная пускалка. Да нет, друзья, у каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. Кому что нравится, у кого на что хватает денег, так скажем, тот то и покупает, да. Но меня прям дико, я прям не могу с тех людей, которые прям будут, я не знаю, идти на все вообще, на все просто идти, чтобы сказать то, что Apple говно, Apple плохо, и вы все те, кто покупают эти гаджеты, все дураки, а вот Huawei там за 5000 рублей, который держит неделю лучше. Ну, нравится тебе Huawei, нравится Honor, нравится Xiaomi, ну, флаг тебе в руки. Что ж ты докопался до меня с этими вот своими, так сказать, ну, как бы оригиналами? Ну, потому что вот это вот дизайн, ну, камон, ну, чисто Apple, чисто AirPods, ну, да. Все, да, заканчивается моим таким монологом, я могу эту тему долго спорить. Короче, то, что было в этой коробке, оно вывалилось, и сорян. Но, будем тогда рассказ просто покажу, что мне подарили. Во-первых, здесь есть Бакугаша вот такой. Это, насколько я понимаю, Нилиус, и это оригинал, но только я его, наверное, сейчас... Опа-па, а, нет, слушай, это не Нилиус, это оригинальный черный драгоноид, да-да-да-да-да, слушай, крутяк вообще от души, спасибо огромное, привет, коллег, с моим Бакуганом. Дальше, подари мне вот такого малыша, кротыша, рыктоворчика, вот такого вот красавчика синенького. Дальше, Legends Praisen, красавчик, ему вот такого мне подарит компания SB, спасибо огромное, вообще классный волчок. Дальше, ну, пару жвачек, у меня что-то со штативом, ребята, у меня камера, прикинь, сползает. Сейчас я поправлю свой телефон, друзья, буквально секунду. Капец у меня сейчас происходит тут, о, ё-моё. Вот, короче, идем дальше. Longinus, вот такой, The Longinus, классный, по-моему. А что за фирма, пиши в комментариях, я не знаю, что за фирма. Да. Вот такого парня, это что-то типа Infinity, надо горячий металл, я так и не понимаю, что это. Дальше. Вот такую вот запускачку подарили мне. Она, кстати, да, ой, она работает, прикольно. Или кто-то нашел и мне отдал, сказал, потерял кто-то. Не знаю, ну ладно, будет моя. Дальше, вот такой драйвер от Nightmare Luinora и вот такой диск металлический. Вот, дальше еще два подарка, и здесь еще есть куча записок. Давайте посмотрим с первой, начнем. Привет, Боязон, как дела? Отлично. Короче, надеюсь, помнишь меня. Да, конечно. И разблокай меня в ВК, пожалуйста, мой ник, разные обзоры. Подпишись, пожалуйста, на канал «Разные обзоры», если что, там на картинке написано «Разные обзоры». Ну, чувак просто решил себя порекламить, хайпануть, ну, окей, чё. Вот, если Боязон кого-то блокирует в ВК, это значит, было за что. В частности, я никого вообще не блокирую ВКонтакте, ну, именно просто так, да. Я блокирую людей, которые мне шлют спам, заваливают меня сотнями смс, приглашают меня в беседы, в какие-то группы, скидывают мне какие-то группы по заработку денег, присылают мне какую-то фигню, какие-то опросы, типа проголосуй за меня, а через там день-два их странички все равно блокаются, потому что это типа, ну так нельзя типа спамить. И причем очень много людей такие интересные, так оправдываются, меня взломали, это все вирусы. Да нет, чуваки, просто люди реально участвуют в каких-то дурацких, глупых, никому кроме них самих ненужных конкурсах и пытаются что-то там где-то выиграть. Но это все бред и глупость. Вот, поэтому, друзья, если, пожалуйста, умоляю вас, не присылайте мне эту дичь ВКонтакте, я очень прошу, вас очень много, стараюсь отвечать всем по возможности, но когда вы присылаете фигню, ну это прям обидно. Так, огромное прям письмище. О, привет, Боязон, меня зовут...
Наба, я смотрю твои видео, они очень крутые. Я приехал на турнир, чтобы встретить тебя и Закупыча. Можешь ко мне приехать на улицу? Так, 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 улицу я показывать не буду. Вам, короче, Ахиллес А6. И здесь нарисован Закупыч, друзья мои. Ну, слушайте, а у, видимо, у Закупыча то же самое, но с Бейзоном. Давайте проверим. Вот. Да, подарки на турнире, пожалуйста, спокойно дарите. Все будет на канале, все будет на распаковочке. Поэтому информация по турниру в группе в описании к этому видео. Так, привет, извини за почерк и ошибки. Что-то все извиняйтесь. Ну, криво пишешь, ну и ладно. Не, ты никому ничего не должен. Понял, бро, делай, что хочешь. А, привет, так, ага. Наконечник Джокера, два режима. Сделаешь пробуждение Wizards of Nero. У наконечника Джокера два режима. Два режима у Джокера. Это интересно... А где Джокер у меня вообще? Это интересно, какие тут два режима, я не пойму. Крутящийся и не крутящийся, или что-то? Это пипка, то, что вылазит. Но это не два режима, бро. А, пробуждение Фафнира каким образом? Будет обзор на Аматериус от Такара. Ну, новый, на новый рандом буст, где есть Аматериус, будет, конечно. Что касается Nintendo от Такара, фиг его знает. А, супер комбо, комбо круто. Где Big Bang Genesis? Да вот, вчера вышел. Вот, долго ехал, так бывает. Дальше, друзья, вот эта уникальная вещь, хотел наконец-то покажу сейчас. Это мне подарил бро, вообще пушка-гонка, друзья, уникальная абсолютно Бэй на 3D принтере, гачинка. И я, насколько понимаю, что это, ну, прям супер, очень похож, мне кажется, очень похож он на Эйса Драгона, но мне кажется, что это не он, или он, нет, это не он. Может быть, Grand Dragon или Rock Dragon, но очень круто сделано. Я хочу на него поставить, попробовать какого-нибудь мастера. Мне кажется, мастер будет круто на нем смотреть. Нет, мастера нельзя ставить на него, подождите. Сейчас мы что-нибудь другое найдем. Давай какого-нибудь... А вот какую-нибудь Ашурку. А, нет, Ашура зеленая, да блин. Где? А, я знаю. О, Эйс Ашура золотую мы сейчас на него запилим. Вообще будет топчик. Декс, ну-ка давайте проверим. А это, кстати, пластиковый GT. Здесь даже, смотрите, есть эти, отверточка, да, можно его разобрать реально. Так, смотри, диск вписывается идеально. Так, а он открыт, закрыт, не пойму. А не хочет, а почему? А, блин, я понял. Ну ладно, золотым оставлю, подожди, я понял. Это, короче, левосторонняя штука. О, давайте-ка мы Фафнира запилим сюда. Что-то я не обратил на это внимание сначала. Он же, надо было спрайзен, хотел спрайзен взять. Он же левосторонний, точно. Ну блин, что-то не достаешься-то. Еще оригинал фиг достанешь, ладно. Текс. Нет, подожди. А почему? Нет, стой, не хочет одеваться. Я не пойму, в чем дело. Эй, йоу! Йоу! Что это такое? Он не собирается? А, ой-ой. Ой-ой. Короче, друзья, вот так это выглядит. Он супер сильно нужно давить. Я думаю, здесь лучше всего... Ага, теперь я его не достану, блин. Я думаю, здесь... Ну, понятно. Здесь надо использовать, скорее всего, волчки от SB. Дальше. Пакет такой был целый. Здесь что-то много всякого. Сначала давайте вот с этого пакета начнем. Так, здесь поменьше всякого. И записка, бумажечка. Вот такой спрайзен. О, да, я собираю спрайзен. Спасибо огромное. Письмо. Что в письме? Привет, Бейзон, меня зовут Кирилл, мой канал SF Сахарок. Спасибо тебе за крутые турниры. В викторине я выиграл, а первый раз не выиграл, а во всех 4, да. Красавчик, бро. Бейзон, можешь сделать обзор на одну сборку? Получается, ты это письмо писал уже на турнире? Крутяк. Или на прошлом турнире? Интересно. Кольцо Дед Феникса, Ревай Феникс, диск, т.д. Желаю тебе в следующем году подписчиков, а через 2 месяца 200к. Ну, 200к-то уже есть. Видимо, это очень давнее письмо, ты мне все никак не мог его отдать. Но все равно приятно. Так, топового ютубера. Ага, спасибо огромное, бро. Очень приятно. Идем дальше. Вот здесь вот такая вот штучка. Это либо пазлы, либо там не пазлы. Ну, окей. Давайте чекнем, что же здесь. Что же здесь такое? Бум. Ага, тут не пазлы, это радует. Вау. Это, короче, топ-сборка подписчиков. Flare Dragon, Ace Dragon и вот такой старенький драйвер. О, годится. Крутяк, слушайте, даже такую сборку я не думал, годится. Так, и письмо. Привет, Бейзо, я твой подписчик, сделай биту, пожалуйста, спасибо, пока. Какую битву, с чем битву? С твоим волчком, да, конечно, набор будет битва на канале. И вот такой финальный пакет, здесь просто... Не так, чтобы много всего, но просто туточки у нас... все в фольге. И это прямо сейчас будет проблемно. Во-первых, тут есть вот такие вот 4...
вылеталы, прыг-скокеры, я не знаю, как они называются, вот такие вот чубыки-чубыки, чубрики вот такие. Дальше, фольга пустая, здесь что? Здесь что-то непонятное. О, ой, слушай, это же это из перекрестка, это Анельза, крутяк. А, здесь железный человек. Я железный человек. О, это типа его девушка. Привет, привет, железный человек. А здесь что-то большое. То ли много всего, то ли что. Очень похоже на какой-то Бейблейд старенький. Любите вы издеваться, да, надо мной? Сижу, расковыриваю куски фольги просто. А маме фольга не нужна на кухню, бро? Так, он еще в пакет сделал. Ну, такой вот драйвер. Окей. Текс. Ага, вот такой диск. Следуя логике, здесь тоже будет какой-то бэй в пленке пищевой. Ну, вот делать нечего, серьезно, бро. Ну да, вот он, пленка, я вижу уже ее. О, боже. О, боги! Так, это Эвипера. Окей, спасибо огромное, спасибо огромное. Так, еще что-то было, смотри, пускалка. От Данила... Беглинова, Бейзону, ты самый лучший. О, май, пускалочка Хасбро старенькая. Очень круто, резиночки мне вчера были нужны. Угу. И что же, ой, ой, Бейзон Лав. Вот ради таких моментов, друзья, я и стараюсь для вас. Привет, Бейзон, знаю, что не курш хорошо нарисован, но старался, я хотел сказать, а можешь пропиарить мой канал? Я не понимаю, бро, даже что тут вот написано здесь, если честно. Леон, ты самый крутой, не умею рисовать. Да не, бро, вот это я размещу в своем инстаграме. И спасибо огромное за то, что дарите подобные вещи. Мне очень приятно, возможно, как-нибудь скоро. Хотя сейчас это трудно сделать, потому что я в другом месте снимаю. Но, в общем, соберу все ваши подарки, реально огромную гору. И посмотрим, все ваши письма посмотрим на канале. Это будет, наверное, не знаю, суточный выпуск, но попробую что-нибудь прикольное сделать. Друзья, на сегодня все, лайк, подписка на канал, ссылка на BFS в описании к этому ролику. С вами был чудовищный Угомоша, всем пока-пока.